Данное видео предоставлено сайтом onlinekdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 14, урок 14, Exercise number 5, упражнение номер 5. Назови известные тебе гласные и согласные буквы английского алфавита. Из тех, которые уже были изучены в книге, гласные буквы — это буквы A, E and I. Запишем также и маленькие A, E, I. И согласные. Это буквы запишем в алфавитном порядке. B и маленькая. C. D. F. G. H. J, K, L и M. Гласные A, E, I. Согласные B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.